Всем привет, с вами Нактрум. Сегодня поговорим о том, где можно классно фармить по 400 примерно тысяч опыта за пару-тройку минут. Вот, все, что вам надо сделать, это попасть сюда, Верес. Идем налево, здесь у нас руины Эриду. Заходим. Довольно удобный данж, в общем. Да, и его особенность в том, что иногда паки элиты прямо спаунятся прямо на вас, короче. Конечно, не самый лучший для этого пока билд, но... Смотрим. Как это работает. Вот, видите, они появляются прямо из ниоткуда. И это постоянно происходит. Не знаю, пофиксят это или нет в будущем, но... Фармить реально здесь нужно много, быстро. И мобы удобные. Я сделал несколько ранов, у меня в среднем получилось примерно 400 тысяч опыта за один проход. Вот, опять заспаунились на голову. Опять же, это еще лучше, но это нечестно, конечно, для записи, блин. Но суть, думаю, вы поняли. Вот, опять спаунило. Мобы лезут отовсюду. Ну и главное, вы закончили все. Сколько прошло у нас там? Прошло у нас примерно 2,5 минуты. Получили мы свои 400 тысяч опыта и перезагружаемся. Выходим. Бум-бум. Бум-бум. И погнали по новой. Тонна лута, тонна опыта. Неудержимое веселье. Вот. Кому помогло, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем до новых встреч.